Всем здравствуйте! Пришла еще одна посылочка с Москвы. Ну что, давайте посмотрим, что там у нас. Шла она, значит, по почте России. Доставка 1600, шла 3 дня. Вот, предлагаю вам распаковать и посмотреть, что же там у нас интересненького. Так как это растение просило утеплить, вот, потому что вот было 3 дня как раз, когда была отправка. Температура у нас была... Днем плюсовая, там плюс 2, плюс 3, ночью 0. А вот уже в эту ночь будет до минус 9. Все равно попросила утеплить. Вот, все, как говорится, как просила. Сейчас открыла и увидела вот такую вот красоту. Как я вам и говорила, что я здесь немножечко заболела гейхерами, гейхерелами. Мне пришло 10 сортов гейхер. На этот год будет у меня 10 сортов красоты. Даже сейчас посмотрите, какая она красавица. Давайте сейчас я все раскрою, распакую и посмотрим. А сейчас раскрыла, все живые. Конечно, если сравнивать с предыдущей поставкой, эти немного менее по развитию. Меньше по развитию. И пришло не 10 сортов, пока 7, я вижу. Вот, сейчас буду разбираться. Но даже 7 сортов, это уже хорошо. Вот такие вот они все у нас яркие, цветастые. Джорджия Плам. Вот, сейчас по сортам еще посмотрю. Что, как, кто есть, кого нет. Ну, так вроде все неплохо. Вот одна кассетка таких слабеньких. Ну, еще раз повторюсь. Предыдущая была лучшая поставка. Вот, это послабее, цена здесь в 2 раза больше. Не знаю. Ну, в принципе, довольно. Пусть будет так, вырастут. А просто когда, знаете, когда есть с чем сравнивать, когда что приходит, то уже начинаешь быть более капризнее, да? Уже где-то начинаешь сравнивать, понимать цена, сумма, качество, условия доставки и всего остального. Так что, да, я надеюсь, я порадую своих покупателей вот такой вот красивой коллекции гейхер. Сейчас буду разбираться с поставщиком. Почему не все? Ну, это уже вопрос номер 2. Все, всем огромное спасибо. Подписывайтесь на мой канал. А у нас будет очень много интересного.